стосовно фан-встречі, емоційно, звісно, це все круто, класно. Я думаю, кожен отримав багато хороших емоцій. Навіть коли кажуть, що втомлені, насправді це круто. Ти підходиш до них, вони всі кричать, це прикольно. Я ще досі в цьому всьому варюсь, тому що мій мозок ще досі не відійшов від цих емоцій, від колосальної енергії, яку енергетики, яку ви передавали нам. Це було просто дуже круто. Всіх просто люблю. Я не очікував, що буде настільки багато людей, які будуть говорити дуже приємні слова. Вони просто підходять, обнімають і говорять про те, що типу, ти крутий, вір в себе і тому подібне. Це просто дуже сильно заряджає. Всіх люблю, всім дякую, хто прийшов. Мне понравилась фан-встреча, побольше бы таких встреч, и мне понравилась та энергетика, которую отдали нам дети. Это было незабываемо и неповторимо. Прошла на ура, отлично, то есть я ожидал, не знаю, думал вообще будет немерено людей, нас разорвут на части, но нет, все было организовано, по 10 человек запускали, отлично, не то, что как мы когда-то ровно сделали с Мишей, что я на полу валялся, потом убегал от фанатов и падал от них, это вообще была жесть, но сейчас все нормально прошло вообще, я не падал, я целый, не поцарапанный и мои вещи не грязные. Їдемо додому з презентами, які самі собі подарували. Дуже було класно, дуже це наповнило якісь батьківські збори мені, якщо чесно. Люди багато їздили, тратили уроки. Кстати, я питав, чи робили уроки. Це була субота, а вони в понеділок на цей, на уроки. Всі зробили уроки, прийшли на фан-встречу, сфоткались. Коротше, мало це, я би всім би досрочно дав би табель, якщо можна. Ну це, уви, не в моїх силах. Ой, фан-встреча очень классно, наконец-то все-таки все пришли на фан-встречу, знаете. Вот, это просто вообще взрыв головного мозга, потому что, ну, это просто все такой трэш, ты не знаешь, кому подойти, с кем сфоткаться. Хочется никого не обзели, да, вроде бы, но при этом ты понимаешь, что по-любому кого-то обделяешь, это вот так обидно, сейчас так тоскливо на душе. Вот сейчас думаю о том, что кто-то, может быть, остался без фотки, без росписи, хотя хотел этого, и это очень тоскливо. Но надеюсь, что все получили все, что хотели, все, зачем пришли, все у вас получилось и сделалось. Вот, это, конечно, вообще, это, конечно, опыт такой жесткий, я не знаю, это, ну, реально общаться с таким количеством людей, и просто это очень сложно. Так було жарко вдома на районі, бо я мерз.